А накануне в нашем регионе побывал другой необычный путешественник – байкер из Австралии Пол Браун. Он держит путь в Великобританию. Его маршрут пролегает через Алтайский край. Пол Браун отправился в путешествие с благородной целью. Его семья переехала в Новую Зеландию в 60-х годах прошлого века. Мама байкера никогда не виделась со своими родителями. Год назад она умерла от болезни Альцгеймера. Теперь Пол везет ее прах на родину, Великобританию, чтобы похоронить рядом с ее отцом и матерью. Параллельно путешественник пропагандирует свой сайт, который он создал сразу после смерти матери. На интернет-ресурсе каждый желающий может сделать пожертвования на лечение людей с болезнью Альцгеймера. Во время путешествия Пол познакомился с алтайскими байкерами, которые помогли ему в дороге, когда его железный конь сломался. Мы спросили, может, что случилось, чем помочь. Вот. Он ругался на наш местный бензин. Вот, как говорится, пришлось ему свой инжектор прочищать для того, чтобы ехать дальше. Говорит, не едет и все. Я спросил его, когда он будет в Барнауле, вообще куда едет. Оказалось, что он едет из Владивостока в Москву, и в Барнауле он обещался быть в воскресенье. Я ему дал свои координаты, номер телефона и сказал, что он может переночевать у меня. И мы вместе могли бы поехать с ним в Москву, куда, в общем, я держу путь. Все здесь удивительно и необычно. В Россию я приехал из Австралии. Необычно было увидеть трамвай на улицах. А еще я нашел здесь, в Барнауле, фанатов группы 40 Winters. Это качественная музыка, которую я очень люблю. У вас очень удивительный край. Я люблю путешествовать, я полюбил Россию и я полюбил Барнаул.